Авария, мой москвич, ребята. Мой москвич, закляк, и двери теперь не закрываются. Что же делать мне, вай? Заводись давай быстрее, поехали. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, как всегда, Юра с вами, ребяточки, и сегодня мы будем играть вот такую вот крутую игрушку под названием Grand Theft Auto San Andreas, ребятки, криминальная Россия. Так, ребят, ну что ж здесь у нас, все у нас тут настроено, да, у нас тут все по лучшему разряду, так что давайте, собственно, и начнем нашу игрушку. Так, мы не сохранялись, давайте продолжим. Ну что ж, вот и мы, ребяточки. Погнали. Так, ну что ж, начали мы вот возле какой-то такой прикольной построечки вот здесь вот играть. Теперь мы с вами должны, ребятки, обязательно... Ох, ребяточки, на мотоцикле поехал кто-то мимо, вы видели? Отличненько. Так, ребяточки, ну что ж, погнали. А чё, чересчур тихо сама игра. Так, ребятки, сейчас мы... Теперь слышно вот звуки, ребяточки. Так, ну что ж, кто это у нас? Нива? Нива 4x4, ребятки. Так, давайте, наверное, возьмем какую-то другую тачку. О, трактор! Хочу на тракторе на советском покататься. Ребятки! Росток, трактор советский. Ребятки, посмотрите. Вот это да, вы только посмотрите, ребятки. Я украл советский трактор. И я еду, наверное, работать на нем в поле. Ну, я еще не знаю, что даже мне делать, ребятки. Это прикольно. А где же полиция? Полиция нет. Так, ребятки, а это? Что это за такое? Вылезал. Так, все, погнали. Так, куда мы еще сходим с вами, ребятки? Так, отличненько, тут все, а тут закрыто, что ли? Пустите меня, пустите! Нет, ребяточки, тут точно закрыто. Давайте сюда, может, еще? Нет, сюда точно нет. Так, ребят, у меня есть фотоаппарат, давайте я сфотографирую. У меня есть фотик. Так, подождите, а как можно... Здесь коды работают или нет? Да, ребятки, работают коды здесь на денежку. У нас денег куча всегда. Так. А как же мне, ребяточки, вы посмотрите, это турники такие, что ли, тут? А что это красное такое? Давайте, ребяточки, введем код на джетпак и посмотрим, что это такое там, наверху. Да перепрыгивай, чё ж ты не перепрыгиваешь, а? О, всё, отлично. Ладно, я уже забыл, как вводить код на джетпак, ребят. Честно, давно уже не играл в эту игрушку. Так. Ну что ж, давайте, ребятки, погоним куда-то. О, москвич! О, папа, батяня! А ну пошел вон из машины. Мой москвич. И на пролетарке, сушняк. Все, ребятушки. Водочку льем, водочку пьем. Так, ребятушки, все, у нас теперь с вами давайте радиорушки. Москвич, появился москвич. Вы только посмотрите, какой он крутой. Самое главное, не потерять покупную. Куда ж ты едешь? Ва, разбитые дороги. Дайте, ребяточки, проехать. Нету, дядя Юра едет на москвиче. Ого, реально, пирожок. Надо водить продукт сразу. Вау, ребята, по бездорожью смотрите, как он едет. Какую пыль после себя оставляет. Ветка поехала, ребятки, или ветница. Так, вон речка, ребят. Оп, идем на обгон. Ой, идем справа на обгон, потому что по встречке едут машины. Идем справа. О, москвич обогнал. Это автомобиль, ребят.
О, вот эта скорость. Вау, нет! Только не перевернись, ты что? Авария, авария. Нет, вода, ребята. Заехали в речку, все. Давай, давай, газуй, 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 газуй. Вот еще и выйдет. Все, заглох, ребят. Все, будем вылезать отсюда. Так, все, наш москвич, ребяточки, заглох. Волга, Волга, такси. А ну, батя, уйди отсюда. Это моя тачка. Заберу я себе ее. И буду гонять на ней. Волга, ребят, нормальная такси, я хочу сказать. О, еще и такси, ребят, посмотрите, какая Волга. Да, да, да. О, ребятки, а это что за колхоз? А ну поехали посмотрим на разведочку, посмотрим, что здесь у нас. Давай, давай, отлично, отлично. По бездорожью, ребятушки, на Волге катим, и это будет круто. Леса, вот, прикольная игра, ребятушки, раньше я как-то в нее не играл, а тут вчера один из моих подписчиков говорит: Юра, сыграй, пожалуйста, в криминальную Россию, очень нравится нам, будем смотреть. Я думаю, конечно же, для вас, ребятки, и сыграю. Так, тихо, тихо, тихо. Куда это вас с вами, ребяточки? Так, у нас есть развилка, ребят. Так, куда же, ребяточки, нам теперь с вами ехать, а? Только посмотрите, как моя Волга мчится. Вау! Авария, авария! Да что ж такое, ребяточки? Мы разбили нашу советскую Волгу и выходим разбираться. Вон дядя уже к нам идет с Волги. Будем, наверное, от него убегать. В том числе мы, наверное, с вами, ребяточки, поменяем автомобиль на четверку. Все, а ну, тетя, давай, вылезай из машины. Я буду ехать на этой машине. Все, ребяточки, теперь я буду ездить на четверке. Он мою четверку побил, ребята. Он побил мою четверку, куда это годится? Все, ребят, вау, у нас разбитая четверка. Круто, ребят. Вау, вот это да. Вы только посмотрите, какие гаражи она показывает. Ребят, мы где-то приехали в город. Эй, ходите, люди, в городе! Так, ребятки, тут квартиры у нас идут, да? Я так понял, да, тут у нас идет площадка, давайте разворачиваться. Только нас полиция не арестовала, потому что скажет: Юра, откуда у тебя такая машина побитая? Это ты 100% ее где-то украл и разбил. А я что им скажу? Что я скажу полицейским? Вау! Вау, ребята, мы перевернулись на четверке на нашей. Авария, авария, авария. Ну ничего, ребят, вроде бы целая. Ну что ж, поехали. Немножко, конечно, помяли нашу машину, но ничего, заводи. А, все, она заведена уже. Поехали. О, ребята, сейчас украдем Волгу или 99-ю Жигули. Ладно. Давайте сейчас посмотрим. Трамплин стоит немножко. Понятно. Трамплин стоит немножко не там, где. Так, ребяточки, ну что ж, давайте, наверное, заберем вот эту тачку. Сильно она мне нравится. Все, ребяточки, теперь у нас Лада. Сигнализацию надо убрать. Опа, полиция за нами, ребята, за нами полиция. Мои Жигули, да что ж ты будешь делать? Куда ты меня врезался, чувак? Да что ж творится в этом мире, ребята? Мои Жигули просто-напросто попортились. Где мои двери? Дайте мне мои двери. Ребята, тут вообще что-то происходит. Я не понял. Да, о, ребяточки, там вон пожарная машина и еще какая-то машина. Ее нужно будет угнать потом. Так, здесь у нас Паджеро, джип. И что у нас здесь еще?
нас тут обычные тачки. А вот, ребята, местные ребята тут пистолетами трут. Они в любой момент могут нас, ребятушки, застрелить. Это такие вот ребята тут, да, бывают. Полиция, ребята, ДПС, вы только посмотрите. Давайте угоним тачку. Нет, ребята, они за нами теперь будут гнаться. Куда он уехал-то? Я же здесь. Отлично, ребята, мы украли полицейскую машину «Жигули». Классно. А вот смотрите, ребята, хлеб привезли на советской машине старой. Так, куда же нам теперь? Парикмахерская, ребятушки. Советская парикмахерская. А вот старинная, ребятушки, машина такая стоит. Вот только посмотрите. Что это за автомобиль такой старый, а? Давайте возьмем его. Садись, красный москвич, поехали. А ну выходи отсюда, это моя машина. Простой народ. Вау, ребяточки, отлично, просто. Просто круто. Что-то мы на москвиче сами сейчас дадим жару, я вам обещаю, ребят. Подавлю уж вас всех. О, авария, авария. Вай. Мой москвич, ребята. Мой москвич закляк, и двери теперь не закрываются. Что же делать мне? Вай. Заводись давай быстрее. Поехали. Давай. Отлично. Все, ребята, я вроде бы завел этот автомобиль. А это что? Это Волга такая новая. Такой интересный. Ладно, лучше Жигули, копейка или тройка. А, тут тройка поехала, ребят. Ты двери будешь закрывать или нет, дядя? Двери уже у меня просто-напросто еще не закрываются, ребят. И приходится так вот и ехать. Давай, дядя, поехали. Посмотрите, как москвич еще умеет, ребят. Посмотрите, что я на москвиче. О, закрыли двери. Затворяю. Вау, я застрял. Так, ну что ж, москвич показал довольно прикольные характеристики, ребят. О, вот трамплин, ребята. А я думаю, куда мне вылезти? Выскочить, ребят, смотрите. Все, я нашел трамплин. Эй, да что ж такое? Бампер сейчас отвалится. Газу. Что это? Эй, дог, what's up? А, Тони Версати, что он здесь делает? Давай, вау, прыжок, вот это да, чуть колеса, ребятчики, не потеряли. Но тем не менее, ребят, все круто. О, по полю, давайте пойдем, я вам что-то вижу вдали. Я вам что-то вдали вижу, значит, мы поедем туда. Вот это скорость у нас, ребят, 120 км в час. 130, 140, ребята, как можно здесь какой скоростью я еду? 140 км на москвич, это максимум, что я смог, ребятушки, выжать из этого двигателя. Что это за Кремль, ребятки? Какая-то крепость или это Кремль? Куда мы приехали? Вай, авария. Ребяточки, вот это даже надо. Ребята, вылезай из машины быстрее. Машина уже дымит. Нет, еще едет. Пока едет, ребятки, будем ехать. Careful, dude! Давай, уже дверей у меня нету. Еле-еле, ребятушки, тащит. Честно, еле-еле.
На последних силах, ребяточки. Еле наверх не могу выехать. Посмотрите, сзади уже пасеки меня догоняют автобусы. А я на своем драчике не могу никак ехать. У меня двигатель сгорел, ребята, все, уже не едет машина. Все, встала. Hi, baby. Все, ребяточки. Ничего не могу сделать, абсолютно. Вылезай. Все, уже не едет ничего. Нива у нас есть. Давайте Ниву заберем. А ну пошел отсюда, это моя машина. Нива нормальная, хорошая. Сел и поехал. Ой, копейку, ребята, влезали. Чувак вышел. Вау, полицейского, ребятки, зацепили. Мы зацепили с вами полицейского. Чуть-чуть немножко поддали ему под зад. И нас теперь, ребяточки, ищет полиция. Нужно сделать все возможное, чтобы нас полиция не поймала. Ой, авария, авария. Ты поцарапал мне тачку. Ты поцарапал мне Ниву. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это авария. Ну что, будем разбираться или что? Ох, меня стреляют. Какие разборки. Вы что, у меня кроме фотоаппарата нет ничего. Вы что такое задумали? Убить меня хотите? Нет, ребяточки. Что это за крепко? Интересно. Нужно, наверное, только выйти и заехать. Там полицейский. Вау, ребята, я провалился через текстуры. Все, ребят, реально, это показало наглядный пример, что заехать сюда, конечно же, нельзя. Сесть в танк в этот тоже, ребятки, нельзя, потому что это является не танком, а это просто такой макет. Это что ли музей какой-то? Так, полицейский, а ну... Get out of my way! Come on, show me what you got! Так, ну что ж, ребятки, в принципе, неплохая игра. Сегодня у нас на обзоре была Grand Theft Auto GTA San Andreas. Так что, в общем-то, ребятки, наверное, на этом будем с вами и заканчивать. Так что давайте с вами, ребятки, уже дадим вот по полицейскому сдачи, чтобы он к нам не приставал. И будем, наверное, заканчивать. Ой, ребяточки, он нас арестовали. Так, ну что ж, дорогие друзья, подписываемся на каналчик, ставим пальчики вверх. Понравилось, если вам понравилось Grand Theft Auto, о, ребятки, обязательно, ребятки, подписываемся. Ребятки, мы в тюрьме, нас посадили в тюрьму. Но мы, наверное, сейчас выйдем отсюда. Все, ребятки, мы уже на свободе. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось это видео, я и в следующий раз поиграю в эту игру. Вам просто нужно поставить пальчик вверх, ребятки, подписаться на канал и написать в комментарии: да, Юра, мы хотим, чтобы ты в эту игру играл вместе с нами. Так, ну что ж, неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока, до скорых встреч.